А вот и мы. Я в гостях у Ктулху. Ктулху, готов? Всегда готов. Так, бег хоть бесконечно. А к чему тут не быть готовым? Это всего лишь зомби-апокалипсис. Да, всего лишь. Заметь, я перезаряжал в прошлой серии. Так. Обещаю, все закончится здесь, где началось. Защищай убежище. Твоя жизнь зависит от него. Защищаю убежище, хорошо. Тебе здесь нужно идти по маркеру. Маркер, хорошо, маркер, так, маркер. Как фонарик? На L. L. На F. F. Это включен. Подержи еще раз F. Ближний свет будет фонарик. Угу. Меньше садился. Пару всех со ставнями я разберусь. Я это уже говорил, зациклено. Ну да. Так. Оно не сохранилось. Тебе сейчас нужно опять идти туда, в офис опять туда идти. А, не в офис, на улице. Опять вот пропуск. Без пропуска ты не выйдешь. Знаешь, где должна же на станции быть хоть одна. Включи сканер планшета, осмотри область. На периметре пока проблем нет. Ладно, да. Я не против. Включи планшет. И поищи вокруг что-нибудь ценное. И не смотри дареному коню в зубы. Е. Е. Кью. Кью. Так он же прямо тут, рядом, зомбящика. Зомбящика, ты где? Вон, помечен. Ты не зомбящичка! Это не зомби, да. Любой живой организм обозначается вот так. Ну или не совсем живой, не совсем организм. А вон там зомби. Забей на зомби. Ладно. Но убиваешься еще, будь уверен. Все страшно. Ой, страшно. Только тебе туда идти надо. Прикончили. Стой, лежать, сученька. Да дай вон тебе, они какие-то менее шустрые. О, да, тебе. Ты не обыскал? Да я не против еще и полапать. Чего же не полапать? Заметь, раньше все было по-другому. Нет. Да. Нет. Вот там вот лежал труп, а тут была совершенно другая тетка. Ага, боже, такие мелкие моменты. Да. Вообще не важны. По-моему, здесь, да? Да. Джабла фита. Вот так. Ах, да. Хай. Фонарик просто перемещу на ближний свет и всегда с ним бегай. Привет, газетка. Это убежище мое детище. Да, я когда-то водил дружбу с Степаном. Звали себя Урм и Ди. Так, как помогал тут... Помогал им укреплять места вроде этого. Мы-то знали... Нет, не сканер. А что? Радар. Т. Т. Здесь нужно сейчас все сканировать. Вдруг пропустить. Угу. Ладно, вот это. И это. Great. Зомби трофей, да. Ладно, можешь меня испугать уже. Ну, по лестнице. Сейчас прыгну и сломаю себе ногу. Зачем, если можно слезть? Почему так медленно двигаться, серьезно? А если меня зомби будут догонять? Тогда он будет двигаться быстрее. Не думаю. Вещь.
Есть контейнер? Хоть один. Ладно. Нет, выходи. Как познавательно, две двери. Хай. Ты тут бегал. Уже бегал? Да. Тогда почему я сразу сюда не пошел? Потому что тогда бы ты пропустил кучу вещей. Да. Что, опять? Опять в этот супермаркет? Да. Да. А вот и мы. Джон Ди предсказал и чуму, и великий лондонский пожар, который ее остановил. Он видел, что творила чума, даже искал лекарства, панацею. Но все это сказки. Ты же понимаешь, что лекарства нет. А просканировать? Объясняю. Это я все запер. Для безопасности. Спасибо, теперь открой. Всё, можешь входить и выходить. Да, на этом гораздо удобнее. Сканируй. Подойди каждый по фану распределительный блок. Да. Ну, не близко. Чтобы я их взламывал и включал камерой. Подойди. Чисто ради реплики. Кровожадная орда тебя уже не пугает? Ну, жизнь твоя. Да, жизнь моя. Что-то я, знаешь, я с Dead Island, который снимал, там бегуны, которые орут при этом, а эти, думаю, не орут, когда бегут. Ага, они и не бегают. Кстати, это был пока распределительный нет. Щит. Ты ведь представляешь, что это? Гнездо для камеры. Требуется C4. Серьезно? Да. Сюда можно будет потом вернуться с C4. Сканируй. Я там не стал бы... Сначала камеру включи. И карту. Хорошо. Карта обновилась. Сюда, сказал, о, нет, спасибо. Карты. Тебе тут сразу конец. Хай. Окей. What's next? Я как-то уже спокойнее отношусь к этому всему. Ну правильно, ты тут уже был. Ну да. И получил пиздюлей от вон того. А, блин. Пошел получать. Быстро, быстро, быстро. Да уж, как будто это от меня зависит. Here we are. И все. Динамическая музыка такая началась и тут же... Оборвалась. Ладно. Интересно, это вообще хоть как-нибудь может их задержать? Нет. В смысле, спокойно берут и открывают? Выламывают. Ну, значит, как тогда задержать? Это самый быстрый путь в убежище. Открой. Порой отступление. Так, это я еще не буду забирать. Ну забери, это же торопись. Вдруг пропадет. Отлично, боец. По идее, раз уж все так реалистично, то она не должна пропасть. Угу. Требуется отмычка. Ладно. Кто бы сомневался. Подожди к нему сразу. Реангулирую. Ищи в супермаркете. Только осторожней там. У замоков патроны могут быть. Так, двери я оставлю открытой. Кстати, сзади тебя там ящик. Пользуйся радаром, не ленись. Хочешь знать, что за дрянь рыщет вокруг? Сканируй местность. Здесь валяется трифлайер. Да, знаю. И помню. Немножко знаю. Как-то мило. Ногу потеряла в дороге? Ладно, флайеры не буду тратить.
хоть разок флэр принципа. По звуку так вообще кажется, что они прям прямо за тобой. Там видишь, написано, что держать нужно. Да, но тем временем меня ударит второй. А вообще пальни в бочку. Ну ладно, сейчас придержи. Держи, держи. Да держи, блин. Ну, вот, ты уже убил. Все. Следующий спортивный коллектив. Там животные. Эй, ты животное. Сучек. Мое мясо улетело. А, так ты устаешь. Ладно. Нет, блин, машина убита, он не может устать. Не, ну раз не показывается шкала выносливости, то... А у тебя реально же не показывается шкала выносливости? Конечно, мои легкие сразу не сообщают, что да как. Помнишь, ли ты этот момент? Помню этот момент. Выходи, сученька. А ну, внутрь, шустрее. Побежали чумные со всей округи. Не, пока не набежали. Хай! Ступай, сука! Этого момента ты не помнил, я понял. Держи, держи, да держи. Вот так работает. Ох ты ж, ёб твою мать! Да я помню этот момент, да всё нормально. Я помню этот момент. Только тут я ее ударил три раза, она уже должна была свалиться. Конечно. Ну, теперь у них. Сейчас вот тут посетить. Меня джампскернет. Сученька. Да, вон ползет. Никто не ползет. Уверен? Постой тут нас. Здесь должен быть зомби полкуч. Во что это подвое? А, да так фигня. Бам! Сука. Лежать. Энергетик. Заграждение, чтобы. Заграждение, чтобы. Без него часть двери не открыть. И молоток это мясо. Ага. Офигенно, камера, работаешь прям. А пока будешь там грать, все, что не привинчено, твое. Ну спасибо. У меня нет девушки, поэтому руки сильные. Я сейчас за него говорю. Хе. Ну я не за себя. У кого там месячные, кто так орёт? Здесь много просто, я просто ребят, которые встают. Потом режут. What are you talking about? И вот тот, например. Не, прямо за сделать. Хай! Так мило кусочек башки оторвался прям. В прошлый раз мы не успели посмотреть, как едут. Ты сам сказал, одни доски. Все. Доски. Вообще, зачем я говорить... Зачем я буду говорить одни доски, если можно нажать на C и все просто проскочить? Ничего нет. Когда найдешь щит, подключи к нему планшет. Щит? Да я уже вижу, тут полно щита. Не на потолке сейчас дробовик приклеен. Паскал. А потом, блин, этот рисун. Ударил по ноге, взорвалась голова. Best game ever. Try another 10. Я вспомнил, как ты меня вовремя предупредил.
Когда сканируешь рассвет-блоки, я взламываю их и подправляю... Вот ты меня о ней хрен как предупредил. Правда, это теперь он? И он толстяк. Дохляк. Это нормально? Да, это нормально. Теперь пробирайся к тому лазу, что я показывал. Доберись обратно целиком, ладно? Все, пошли на выход. Да, на выход. Посмотри только на его лицо. Скорее на выбег. А, да. Может что-нибудь покушать? Я как раз... Просканируй все. В чем что-то мешает. Это гнетущая тишина. О. Пирожка и энергетинцы. Это нужно на еде. Ем. Пирожка тоже ем. А вообще лучше колу выпить. А лучше шоколад съесть. И колу выпить. И как раз фул будешь. Кола хилит как раз вот только сейчас. А теперь... Просканируй что ли? Я бегать не умею. Умеешь. Нет, прыгать. А вот. прыгать нет. А сейчас ты будешь бежать. Да, я помню. Хай. Ты мертвого поднимет. Да, помню, что и мертвого поднимет. Оттуда. Заметь, эту дверь я... Да твою... На. Дивлю. Jump into люк. Не знаю, как будет память люк. Люк. Трапдор. Пропускаем. Итак, тебе удалось вернуться. В главном зале есть сейф. Опа. Со знаком ворона. Пора показать, как он работает. А вот почему ты, тупая игрушка, не сохранилась? Так сохрани сейчас. Иди, и она сохранилась. А, я должен был... Да. Поспим. С таким рюкзачищем. Если найдешь, конечно. Он на голума похож. Тут вообще открытый мир, то есть смогу побегать? Нет, ты только позади. О. Ты можешь поставить скорострельность. Это стандартный пистолет, он типа после смерти всегда у тебя сохраняется, но проблема в том, что если ты умрешь, то игра закончится. Да, нормально так и должно быть. То есть, если ты вдруг умрешь до конца сюжета, то для твоих подписчиков это будет довольно грустно. Ладно, так что... Ай, нормально, с кем не бывает. Так, что ты от меня хотел? Так. Эта штука. Активировать. Чёрт, я за него защищаю берег. Орда на подходе, смотри на радар. Хочется сказать уёбище. Т. Да, вот здесь будет много зон, очень много. Твою мать. Вот еще бита для крикета, это ну тоже стандарт как бы. Он всегда есть после смерти в обычном режиме игры. Как и... мне поменять? А, спасибо. Но есть оружие получше него. Сука. Патроны не напасешь. Что ты быстрый? Да твою мать. А ты что косой? Я ей попал чисто в голову. Теперь, сука. Да. Бла-бла-бла-бла. Ты вообще не должен был знать, где я, тупая ты тварь. Шустрее. Патроны сейчас закончатся. Тогда буду битой. Нет бы сначала битой, потом уже стрелять. Да ёб твою мать. Пока. Вот что значит попал точно в голову. Буду знать. С мозгами у них, конечно, беда, но инстинкты как у зверей. Так о них и думай. Видишь чумного, помни. Это не сосед, не друг, не родственник. Они все мертвы, а эти твари украли их лица.
так объяснил, блин, как для маленьких. Ну хрилин ты там забыл. Бум. Мимо. Попал. А не, не попал. Я попал ему чисто в голову, и ты это видел. А теперь да. Ах, твою мать. Просканируй их, что ли? Да не так. Вижу, молодец. Я им попал чисто в голову. А вот сейчас он должен был умереть. А вот сейчас он упал. И не встал. Это странно, на самом деле. Чисто в голову! Так это нормально, он так и должен делать. Один выстрел в голову, а второй выстрел вот так вот делает. Хотя молодец. Но несколько тварей прорвались раньше, прикончи их. А где? А вон там. Ох, боже, какие стрёмные звуки. О, привет. Зомби не менее стрёмные, но ещё. Косой. Ещё парочка или нет? Да, я богат на патроны. Stupid son of a fuck. Ты хорош за кинтарик. Все, просканируй их всех. Все чисто. У них почти у каждого второго патрона. Теперь можно. Просканируй, Боль, просканируй. Да проще так сделать. Ни хера не проще. Иди поспи. Без хорошего сна я... никак не обойтись. Сученька. Ну да, это обучение, так что не серчай на него. Я серчаю, все. Я даже через себя не могу пройти. Представь, да, оно бежит зомби, а я такой... Мусорка, здрасте! Я такой зомби сзади, ам-нам-нам-нам. Ну, она тяжелая. Есть идея. Пора бы нам прогуляться по окрестностям. Я же хотел поспать! Ну, сука, да. Ты тупая. Если тебе повезет, все поспи. Побегут прогонять чумных. И иди ты спи, потом в Букингем пойдешь. Ну нафига мне? Нафига тебе в Букингем? Да. Что за тупый вопрос? Пирожка схавай тебе хватит. Нет, я прожорливая скотина. Иди спи, прожорливая скотина. Нет. Я сказал, тут ничего нет. Можешь хранить там оружие, это патроны и припасы. Самому нужно заполнить. На себе все не утащишь. Зато если есть тайник, всегда можно запасить. Хотя я не знаю, зачем я здесь храни там все, что один хочешь. Раз живешь. Один раз живем. Большую аптечку выкидывай. Ну, как раз таки ее я оставлю. Вот это вот можно. Е. Е. И Е. Еще 9 патрон в этом. Да. Скорострельность. Ну. Ладно, на этом закончим первую серию. Ну или какая-то там четвертая. Всем пока-пока.